Мальта формирует национальную блокчейн-стратегию. Как сообщает Malta Today, планируется организовать консультативный совет, в который вступит до 7 консалтинговых компаний. Правительство Мальты, одобрившее блокчейн-стратегию еще в апреле 2017 года, сейчас готовит проект дорожной карты, которая позволит поэтапно интегрировать технологию распределенного реестра в структуры госуправления и развития цифровой экономики. Руководителем рабочей группы выступит постоянный заместитель министра в секретариате парламента Винсент Мускат.